Привет, меня зовут Варчук Кристина, я живу в Украине, город Одесса. Я работаю программистом, но я с детства любила рисовать, и в принципе все, что я всегда рисовала с детства, я никогда никому не показывала. Поэтому прежде всего я хочу сказать спасибо такому конкурсу дистанционному, который, если бы проходил вживую, я, наверное, никогда бы не приняла участие. Я в этой работе, которую я последнюю высылала, это был немножко такой период для в моей жизни тяжелый, потому что я очень сильно повредила колено в июне и отлежала целый месяц. Нельзя было ни ходить, ни сидеть, ничего, ни переворачиваться на бок. В общем, мне было тяжело. И все, что у меня было, это музыка, наушники и вот эта поза, в которой я лежала, где видно мой локоть, и вот этот дверной проем, в котором я фантазировала всякое. Это зависело от моего настроения. Либо что-то очень хорошее, например, вид на какой-то прекрасный остров, либо, если это там ночь, и у меня не очень хорошее настроение, что-то ужасное. Изначально я хотела, конечно, нарисовать, что я видела в этом окне, но потом я решила оставить этот дверной проем все-таки темным, потому что каждый должен сам пофантазировать, что бы он увидел в этом дверном проеме. Я, в принципе, не рисую в каком-то определенном стиле, мне нравится разное. В основном меня вдохновляют вещи, которые происходят вокруг меня. Это может быть либо политика, либо точно так же пандемия. Тогда же, когда я первый раз приняла участие в Golden Time Talent. То есть такие вещи более социальные, наверное. То, что нас окружает, оно меня трогает. Поэтому стараюсь я рисовать так, чтобы всем было понятно, что там нарисовано, не какие-то абстракции, хотя я это тоже уважаю. Ну, не знаю, нигде не училась, учу сама себя, хотя у меня папа профессиональный художник, но как-то у нас с ним не заладилось в плане обучения ребенка. Поэтому все, что я рисую сама. Ну, может быть, где-то там подсматриваю какие-то там техники. Ну, что-то действительно интересное. Я могу, конечно, что-то там взять себе. Я надеюсь, что вам понравится. Я не претендую на самое лучшее место. Я видела работы предыдущих участников. Это просто обалдеть и не встать. Я просто рада, что вы меня пригласили на этот этап конкурса. С удовольствием буду принимать участие еще и еще и еще. Спасибо за внимание.